Москва. Сейчас мы встречаем Елизавету Лабутину, спортсменку из Свердловской области, которая тренируется под руководством Антона Киселева и Ольги Мурзиной. Помните, в свое время была такая реклама Национальной баскетбольной ассоциации NBA Action is always been fantastic. Вот то же самое, только с еще большим количеством экспрессий и восклицательных знаков, можно сказать, и про российское фигурное катание, причем фигурное катание на любом уровне, будь то юниорские старты, будь то девушки, юноши, спортивные пары или танцевальные дуэты. Все наши спортсмены катаются на очень высоком уровне и показывают фантастические прокаты, добиваясь очень солидных результатов. И пускай в нынешнем сезоне приходится в массе своей кататься, не в массе своей, а всем приходится кататься исключительно на российских турнирах, тем не менее, то, что мы видим,
и очень уютные, хорошие, суперсовременные дворцы спорта и общий уровень катания позволяет говорить о том, что несмотря ни на что, этот вид спорта продолжает развиваться, и спортсмены продолжают расти и держаться на том уровне, который большинству других стран, культивирующих фигурное катание, попросту недоступен. Елизавета Лабутина в нынешнем сезоне уже была на верхней ступеньке пьедестала почета, причем это произошло именно здесь, в Перми, на этом самом льду, в дворце спорта «Молот». Можно, конечно, объяснить этот результат тем фактом, что пермский этап был шестым, заключительным по счету, и многие из тех, кто претендовал на попадание в финал Кубка Федерации и на первенство страны уже к тому моменту, откатали по два этапа, но это отнюдь не умаляет достоинства самой Елизаветы Лабутиной. Она выиграла в компании с Алисой Юровой, Агатой Петровой, Марией Гордеевой, Таисией Карабицыной, Таисией Щербининой и многими другими, и имеет на своем счету полноценную такую победу на кубковом этапе здесь же в Перми. Ну и сейчас нисколько не дрогнула, очень спокойно, очень уверенно откатала свою программу. Вот я говорил о том, что у всех наших девушек есть каскады Т3. Кстати, вот Лиза одна из немногих, кто в произвольной программе исполнил каскад двойной аксель. Тройной тулуп и совсем Т3, согласитесь. И потом еще добавил двойной аксель, ойлер, тройной флип в качестве третьего прыжка. Тоже не совсем 3-3, но все-таки тройной флип. Вторым прыжком прыгают немногие, это во-первых, а во-вторых, зато все без исключения элементы на плюс, ни единого отрицательного балла, то есть идет работа над чистотой исполнения, и эта работа приносит результат. А результат-то вот какой, почти 130 баллов за произвольную программу, и сейчас Лиза выходит на вторую строчку с результатом 194,4 балла. Она уступает пока только Софье Титовой.